всем это потрясающее место, очень тепленько, градусов, не знаю, может 33, очень комфортно. Купили билетики, стоят они 150 тысяч, это 10 евро. Сюда входит приветственный напиток, какие-то снеки, разные бассейны, душ, шампунь, мыло, такое. Вот такой у нас приветственный напиток и жареный банан в виде снека. Идем на welcome drink. Мы переместились в другие бассейны, потому что тут горка, если нет людей. Бар. Целый бассейн для Ольги. Представляете? Солнце вышло, облачка красивые. Ольга, кстати, была дебютантом в этом бассейне. Сейчас посмотрим на наших остальных. Не страшно? Прикольно. Главное, тепленько отпадает. Давай. И вышла вода из берегов в тот момент. Приехали в ресторан Апунг на озере. Говорят, что здесь вкусная рыба. Попробуем.